Новгородской области полицейские задержали наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ. Это стало результатом совместных действий отдела по контролю за оборотом наркотиков при содействии коллег из отдельного батальона ДПС. По информации, полученной от оперативников, инспекторы дорожной полиции остановили автомобиль 34-летнего жителя Тверской области для проверки. Мужчина попытался скрыться, но вскоре был задержан экипажем ДПС на выезде из Великого Новгорода. В ходе осмотра автомашины подозреваемого полицейские обнаружили в салоне пакеты с предположительно наркотическими веществами, а также упаковки с таблетками. Исследованием, проведенным экспертами-криминалистами, было установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами амфетамин, гашиш, а также таблетками МДМА общей массой более 2 килограммов. Как предварительно установлено, наркокурьер перевозил запрещенные вещества из Санкт-Петербурга для последующего сбыта в Тверской области. В настоящее время следственным управлением полиции возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.